С приветственной речью выступит лидер с почетным рангом мастер Шаронской розы. Шарон Раушан шебері, көшбасшылық клубының мүшесі Дина Искаирова өзінің көшбасшылық жолы туралы айтып береді. В этом зале огромном, да, приветствую наших высоких гостей из Кореи, которые прилетели издалека, чтобы нам помогать, чтобы помогать нашему успеху, нашим дорогим империал-мастеру, нашему мощному спонсору Ким Ён Сук, нашим краун-мастерам, любимым Ким Мун Гёму Италии. Вот, огромное спасибо нашему дорогому мистеру Алексу Ли, что он на самом деле курирует нашу работу. Вот. И особо, конечно, им хочу выразить благодарность и особый низкий поклон нашему дорогому мистеру Паку. Это планетарное, да, вот это точно. Мы настолько его любим и обожаем, потому что это такая планетарная личность, такую махину дали нам в руки, такой шанс, да, такой инструмент. Атоми мы рассматриваем как инструмент создания и пассивного дохода, изменения своей жизни, и возможность стать счастливыми, возможность помогать большому количеству людей. Вот. И поэтому я хочу поприветствовать наших собравшихся здесь атомианцев и те, которые еще не окунулись в мир Атоми, чтобы они разобрались, чтобы они захотели изучить, захотели попасть в этот мир, и тогда у них и поменяется жизнь, и они станут более счастливыми. Знаете, как это здорово! Потому что наш дорогой мистер Пак такую заложил в эту компанию концепцию, такие принципы, такую философию, такие девизы. Вот я не могу передать словами, как это здорово, вот когда, ну вот немножко свою историю, да, расскажу. До Атоми я успела получить несколько образований, несколько профессий. По первому образованию я пищевик-технолог. Чуть позже я приобрела профессию косметолога-эстетиста. Поэтому я профессионально кушаю и профессионально ухаживаю за своим лицом. Вот. А сейчас... Да, спасибо. А сейчас я профессионально монетизирую свою болтовню. Это, конечно, может восприняться как шутка, но это настолько серьезно, потому что когда мы занимаемся любимым делом, это приносит нам удовольствие. Это очень просто, очень легко. И даже бы я сказала, весело. И некоторые люди, может быть, не сразу видят масштаб, грандиозность, перспективы этого огромного бизнеса. Это новая модель вообще бизнеса и... Мы являемся, вот мы стоим у истоков этого огромного платформенного бизнеса, который придет каждому, кто захочет им воспользоваться, кто захочет здесь построить свое будущее, кто захочет помогать огромному количеству людей. Вот это такая большая возможность для каждого. До Атоми... Ой, вот это предложение об Атоми мне поступило по спаму. И я хотела как бы удалить это сообщение, и текст, и ссылку, но у меня глаз зацепился за
слово «южная корейская компания». Я думаю, надо же, это что-то такое интересное. И я, конечно, посмотрела информацию. Великолепный профессиональный ролик о продукции. «Один день в атоме», по-моему, он называется. Пользуйтесь этим инструментом. И я обалдела от того, что как это было снято, как это там все было красиво показано. На самом деле в каждой семье нужна наша продукция, причем самого высокого качества и по доступной цене. Я сразу же попросила плюс информацию именно по плану вознаграждения. И мы с моей сестрой Ириной изучили и вообще вот такое слово обалдели, потому что мы не могли поверить, что это правда, что на самом деле мы будем вот заниматься тем, что именно легло нам на душу. Потому что мы с Риной выросли в очень обеспеченной семье, и у нас, нам именно вот на душу легли все вот эти принципы, вся духовность компании, да, которую в нее заложил мистер Пак. Нам было очень интересно это все развивать, начинать. В наших странах еще ничего не было, ни продукции. Даже ролики, вот выступления гениальные мистера Пака с английского Рина переводила, и мы давали своим будущим партнерам. Вот, и эта возможность нам предоставляет ездить по всему миру. Нет границ у этого бизнеса, да? Вот мы тогда как будто это все почувствовали, мы не пробовали ни продукцию, не получали вознаграждений где-то полтора года. И мы просто давали людям информацию, потому что это так приятно, так классно рассказывать о чем-то большом, о чем-то грандиозном, о чем-то таком легальном, понимаете? В легитимном пространстве работает эта компания. Никогда она не уйдет. Мы никогда не будем... мы всегда можем здесь построить свою финансовую независимость, понимаете? И причем плюс к этой финансовой независимости вы будете богаты друзьями, впечатлениями, временем, которое вы можете посвятить своим любимым, да, мы это проверили на себе. Поэтому вот новенькие особенно, или те, кто, которые еще думают, вы, если хотите быть успешными, то подумайте, что в данное время, в наше время, мерилом успеха не всегда является количество там денег, да, или каких-то материальных ценностей. В наше время мерилом успеха является, счастлив ли человек или нет. Вот если вы хотите быть счастливыми, добро пожаловать в нашу компанию. Здесь у нас такие выстраиваются классные взаимоотношения. Здесь нет использования людей, да, ради наживы. Компания дает нам использовать инструменты, готовую систему свою, прекрасная бесплатная система обучения, где мы растем, где мы учимся. Это вам надо обязательно вникнуть, подробно все изучить. Сейчас я не могу вам рассказывать маркетинг-план, да? Но если вы хотите получить финансовую свободу и состояться как личность, быть примером для других, быть уважаемым в своей семье, то добро пожаловать в мир Атоми. Все двери открыты, мы вас ждем. Спасибо вам большое. Увидимся с вами тоже на такой же большой сцене. Давайте еще раз поблагодарим Дину Искаирову.